Тариф на тепло для потребителей может вырасти. К таким выводам пришли некоторые муниципальные советники после дебатов о том, стоит ли подвергать реформе деятельность столичного поставщика тепла. Напомним, акционерное общество «Термаком» несостоятельно с 2002 года. Исторические долги его уже достигли 2,5 миллиардов леев. Руководитель «Термакома» Михай Черней считает, что единственный способ рассчитаться с кредиторами – это воспользоваться предложением Европейского банка, а именно слить воедино «Термаком», ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В этом случае банк готов инвестировать деньги в новую схему. У нас критическая ситуация. Далее АО «Термаком» функционировать не может. Причина заключается в следующем. Мы нуждаемся в инвестициях. Вы все знаете, что долг «Термакома» перед кредиторами на сегодняшний день составляет 2,6 миллиардов леев. Я думаю, что если произойдет слияние «Термакома» с ТЭЦ, это принесет пользу для потребителей. В ответ на это многие муниципальные советники высказали свои сомнения по поводу данного предложения. Они считают, что проект недоработан, и никто не может дать гарантию эффективности нового предприятия. И вполне возможно, в результате все это отразится на потребителях. Правительство разрабатывало проект, в котором четко было сказано, что как только будет объединение, то население будет платить меньше, то есть стоимость гигакалории снизится. Сейчас в этом проекте, который вы предлагаете, который предлагает Европа нам, значит, наоборот, стоимость гигакалории повысится. Как быть? И почему не списываются исторические долги? Хотя об этом идет разговор уже очень давно. Сегодня город потеряет «Термаком». Сколько раз за 2 года, господин премьер, вы привлекали внимание муниципального совета к этой проблеме? Проблеме того, что мы теряем одно из самых крупных предприятий в республике. Если я не ошибаюсь, там работает 1500 человек. В итоге план слияния «Термакома» с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 поддержали 26 советников – либералы, либерал-демократы и независимые народные избранники. Муниципальные советники от партии социалистов проголосовали против, а коммунисты воздержались. Согласно новым правилам, большая часть капитала новой компании – 85% – это 1,68 миллиардов леев – будет принадлежать ТЭЦ-2. 12% сможет получить ТЭЦ-1, и оставшиеся 2,5% достанутся «Термакому». Кроме того, народные избранники внесли несколько поправок. Треть акций нового предприятия будет принадлежать Мунсовету, а за ходом реформирования «Термакома» будет наблюдать специально созданная комиссия. Напомним, что решение о слиянии предприятий нужно было принять до 15 декабря. Из-за того, что муниципальные чиновники затянули с принятием решения о прежних условиях кредита, говорить уже не приходится. Тогда же министр экономики Валерий Лазар торжественно пообещал народу, что новый проект никак не отразится на стоимости тепла и горячей воды.